С Данилом Квартальным, нападающим «Спартака», обсуждаем итоги двух периодов. Данил, так идет или не идет сейчас игра у «Спартака»? Пошли голы, но... Ну, голы, может, и пошли, но и в наши ворота тоже уже 5 прилетело. Играем, я считаю, очень безобразно в своей зоне, на возврате. Не знаю, с чем это связано. Надо, чтобы каждый сейчас что-то поговорил в раздевалке. Надо как-то менять эту ситуацию и выходить уже на третий период с другими мыслями, с желанием забить и победить. Если посмотреть соотношение бросков, то в первом периоде оно было равным, а во втором практически двукратное преимущество у «Торпедо», хотя, казалось бы, надо было «Спартаку» отыгрываться. В чем дело? Потому что «Торпедо» быстрее нас, они везде все успевают, а мы все как тараканы катаемся за ними, не успеваем. Надо добавлять. Отправляем вас на отдых. Хорошего третьего периода.